Полевая кухня, патриотические песни и интерактивные площадки военной тематики. В Чебоксарах прошла выставка, посвященная истории русского оружия. Она развернулась в парке имени космонавта Николаева. Подробнее в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД. На один день городской парк стал центром военных событий. Конечно же, не настоящих, а шуточных. На выставке исторического и современного оружия экспонаты можно было не только посмотреть, но и потрогать. Например, каждый желающий мог выяснить, как быстро у него получится собрать и разобрать автомат Калашникова. Увидеть артефакты Второй мировой можно было у стенда поискового отряда «Память». Ее участники – студенты столичных вузов. Вот уже который год выезжают на места крупных сражений. В списке найденных вещей не только оружие и боеприпасы, но и амуниция павших воинов. В отряде в основном где-то 27 человек. Все студенты ЧГПУ и, кроме этого, ребята, которые уже выпускаются, выпускники участвуют. Привлекаем школьников активно, то есть они тоже набираются с нами опыта. А на этой площадке можно было стать свидетелем средневекового боя. Его демонстрировали участники одного из исторических клубов города. Облачиться в кольчугу, взять в руки щиты и мечи также могли все желающие. Особый интерес у гостей парка вызвала и экспозиция МВД республики. Площадки идут прикладного характера, где можно потрогать, пощупать, полазить, посоветоваться, то есть поучиться. То есть мероприятие, естественно, посвящено Дню Победы. Весь день в парке работала военно-полевая кухня, где можно было попробовать фронтовые блюда. А на музыкальной площадке прошел фестиваль патриотической песни, где до позднего вечера не умолкали военные мелодии.